Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Радуга. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте! А вы пандочку видели? Кажется, она там. О! Пандочка! Что случилось? Я настроение потеряла. Где-то тут. Потеряла настроение? Расскажи-ка, как это произошло? Сначала все было хорошо. Я из карандашей сделала радугу и стала прыгать и хлопать. То есть ты радовалась? Радость желтая, как солнышко. Да, а потом что-то вдруг упало. Ой-ой-ой-ой, испугалась? А страх фиолетовый. Да, я увидела, что радуга сломалась. И карандаши тоже. И немножко поплакала. Я бы тоже загрустил. Интересно, какого цвета грусть? Голубая. Погрустила и пошла искать то, из-за чего сломалась моя радуга. Вот эта штука! Я так на нее рассердилась! О! Так, и что дальше? Ничего, настроения больше нет. Пандочка, а ты знаешь, что это? Что? Удивительное дело, что радугу сломала, то ее и починила. Точно! Вот здорово! Радость, испуг, грусть, сердитость, гнев. Гнев, удивление и снова радость. Сколько разных настроений, целая радуга. И все важные и нужные. Настроение. Пандочка, какое у тебя сейчас настроение? Кажется, задумчивое. Что скажи с тобой, дружочек, то ты весело хохочешь, то ты ножкою топочешь, то чуть-чуть грустишь, то боишься привидения, то замрешь от удивления. Что сейчас за настроение у тебя, малыш? Настроение, настроение, то, как ветра дуновенье, то, как жаворонка пенье, то, как дождик за окном. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном. Настроение, настроение, то, как бурное течение, то, как в блюдечке варенье, то, как молния и гром. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном.
Раз, два, три. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой! Нюшенька, смотри! Ого! А что это? Это ключ от заводной игрушки. Какой? Наверное, этой! Ёжик, сюда! Так... Ты замечательно танцуешь, Нюшенька! Я хочу танцевать, как они, парами! Давай танцевать вместе! Я с тобой! А у меня нет пары. Мы с тобой потом потанцуем! Пока попробуй! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, ой, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ха-ха! Ой, ой! Ух так! Ура! Играем в наступалочки! Ха-ха! Ой! Ничего у нас не получается! Ничегошеньки! Зато весело! Раз, два, три... Не получается танцевать с Зеленукой, да, ёжик? Не-а. Пойду поищу кого-нибудь еще. Это же танцующий робот! Вот кто мне нужен! Ёжик, у вас отлично получается. У меня хороший учитель. Не получилось. Не будет танцев. Кто это? Учитель танцев. Но он не умеет танцевать, как они. Давайте попробуем, как он. Давайте. Ничего, что танец простой. Главное, что все танцуют вместе. Да! Танец. Кто-то собрался потанцевать? Все! Мы танцуем дома, танцуем на работе. Девочки и мальчики, дяденьки и тети. Прыгаем и пляшем во всей красе. И руками машем, танцуем все! Топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. Ну давай-ка покружись, всем на свете покажись. Мы зимой танцуем, мы танцуем летом, осенью, весною делаем мы это. А еще приятно на речной косе прыгать с голой пяткой, танцуют все! Топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. И давай-ка покружись, всем на свете покажись. Хоп! Мы танцуем дома, танцуем на работе, даже в огороде танцевали вроде. И в лесу на зависть волку и лисе танцевать пытались, танцуют все! Хоп-хоп, давай! Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ, топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. Ну-ка, братец, покружись, всем на свете покажись. Ну-ка, братец, покружись, всем на свете покажись. А топ. Мы танцуем, мы танцуем, танцуем все! Карапука. Оп! И оп! Ой, это неправильно! Надо вот так! Оп, 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 оп! А я хочу вот так! Эй! Здравствуйте, малыши! Во что это вы играете? Здравствуйте! В классике! А барашек играет неправильно! Может, барашек просто не знает правил игры?
Не знаю и не хочу. Буду сам играть по-своему. Оп. Оп. И оп. Не скучновато играть одному, барашек? Нюшенька не хочет играть, как я. Вот бы кто-нибудь попробовал с ней договориться. Кто? Оп, 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 оп. Ты кто? Баратара-карапука. Карапука? Привет, карапука! Во что это ты играешь? Карапарапух. Кара. Ой, у меня не получается. Кара, кара, пух. Поняла. Кара, кара, кара. Пуха-пуха. Оп. Научишь меня в классике? Смотри, кара-пара. Кара-кара-пух-пух. Кара-кара-пух. Кара-пара. Кара-пуха. Прыг. А потом в догонялки поиграем. Договорились? Договорились. Так просто договориться, если слушать друг друга. Спасибо, карапука. Учимся договариваться. Кто-то хочет поиграть, кто-то хочет почитать, кто-то так, друзья, бывает, хочет сам, чего не знает. А бывает, что похоже, мы хотим одно и то же. Чтобы всем желанием сбыться, надо нам договориться. Такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит горевать. Ведь скоро взрослые и дети, ну скажем проще, все на свете научатся друг друга понимать. Я хочу играть в мячик с ежиком и пандочкой. А я хочу читать с крошиком и ежиком. А ежик, кажется, хочет спать. Как думаешь, крошик, какую книжку нужно почитать ежику, чтобы он побыстрее выспался и смог поиграть в мячик? Наверное, про животных. Вот и договорились. Да мы такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит забывать. Вот почему на белом свете должны и взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Вот почему на белом свете должны и взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Хорошая игра. Ребята! Ребята! Здравствуй, крошик! Здравствуйте! А где все? Я придумал новую игру! А, вот вы где! Ребята, давайте играть в детский сад! Так. Это очень хорошая игра! Только нужно играть всем вместе! А я не знаю такой игры! Я тоже! Лучше поиграем с моим мячиком! Лучше поиграем в занятия! Или в стройку! Мячик веселее! Может, лучше в кафе? Или в стройку, да, крошек? Ой! Может, в детский сад убежал? Ладно, крошек, рассказывай, как в твой детский сад играть? Сначала его надо построить. Поможете мне? Да! Двор.
Это столовая. Это группа. Здесь мы будем заниматься. Заниматься? Вот здорово! Садитесь, малыши. А теперь что? А теперь на площадку. Раз и два и три. А у нас покушать ничего нет? Есть! У меня есть печенье. Дети, идите мыть руки, пожалуйста. А потом можно вместе порисовать. И потанцевать. Хорошая игра, детский сад. Такая разная. Игра хорошая. И воспитатели из наших малышей тоже получились прекрасные. Детский сад. Малыши, вы куда собираетесь? Детский сад! Как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, что постарше в школе, ну а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе дяди, тети. Ну а тот, кто не усат, тем дорога в детский сад. Малыши, а вы знаете, что будете делать в детском саду? Завтракать, гулять, заниматься, обедать, спать, а потом полничать и снова играть и гулять. Крошек, а ты почему с усами? Потому что я воспитатель, дядя Крошек. Там нас ждет веселый воспитатель. Там нас ждут друзья. Игрушек новый, вечный испытатель. Это кто? Конечно, я! Как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, что постарше в школе. Ну, а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе дядя, тетя. Ну, а тот, кто не усат, тем дорога в детский сад. Сокровище. Здравствуй, ёжик. Здравствуйте. Так-так, а что это у тебя на тележке? Мои сокровища. Ложечка красивая и ведёрко, кубик и шарик фиолетовый. Ничего себе, да у тебя игр на весь день хватит. Нюшенька, барашек, у вас что-то случилось? Вот, поплавать хотели. А весло, кряк, и сломалось. Сломалось? Ха-ха! Вот, новое весло. Ой, спасибо. Пандочка, как дела? Да вот, хотела порисовать, а краски зеленой нету. Зеленой? Подожди-ка. Вот. Спасибо! Крошек, ты чего? Кирпичика для стены не хватило. Вот. А такой кирпичик подойдет? Ха-ха! Спасибо, ежик! Ой, шарик!
Спасибо! Это тебе спасибо, ёжик! Ты такой... добрый! Ёжик маленький, а доброты хватило на всех. Вот оно, настоящее сокровище. Доброта. Если вдруг ты загрустишь, нос не надо вешать, ведь найдется точно тот, кто тебя утешит. А когда-то и ему вдруг поможет кто-то, и мышонку, и слону, всем нужна забота. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. И мы в поисках любви все по свету кружим, потому что человек человеку нужен. Так что ты дари, дари, просто так от сердца. Очень трудно без любви, очень трудно без любви шарику вертеться. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. Моторчик. Привет, ребята. Здравствуйте. Привет! Что это вы такое везете и куда? Машинку сломанную. Как же так вышло, что машинка сломалась? Мы искали у нее моторчик, а его там нету. Да, жалко. Но может, машинка была не очень-то и хорошая? Нет, хорошая. Хорошая. Она была такая... О! Ух ты! Починим ее! Возьмем и починим. А что, давайте попробуем. Это никакая не машинка. Это робот! Пип-пип! О, колесо не то! Вот почему не машинка. Давай заново. Вот это да! И правда отличная машинка. Хорошо, что не успели выбросить. А я и моторчик нашла. Правда? И где же он? Здесь! Я моторчик! И я тоже моторчик! Бип-бип, 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 бип-бип. Бережливость. Уютно жили взрослые и дети. Чайник греет, стол стоит, а лампа светит. Если дождик брызнет, зонтик нам поможет. Но и зонтику любому, и столу, и даже дому всем вечером.
вещам нужна, друзья, забота тоже. Даже стул силачи тот, признаться, братцы, от обиды может взять и поломаться. Если мы к вещам относимся небрежно, то они у нас болеют неизбежно. Что теперь с этим делать? Давайте посмотрим. Стул починим, зонтик заклеим, пол отмоем. Какие мы бережливые! Только чашку не сберегли, книжку. Хотела узнать, как он разбирается. А давай теперь узнаем, как он собирается. Вот игрушка тебя радовать старалась, так старалась, так старалась, и внезапно от любви твоей сломалась, поломалась. Вот так жалость. Мы с тобой ее не бросим, починить ее попросим, ведь для этого нужна такая малость, чтоб уютно жили взрослые и дети. Чайник греет, стол стоит, а лампа светит. Цирк! Здравствуйте, малыши! Что за игру вы затеяли? Здравствуйте! Мы цирковые артисты! Братья Рыгуновы! Вот это номер! Теперь я. Браво, браво! И вот так могу! И раз, и два! Я молодец! Конечно, молодец! Но как же... Еще покажу! Внимание! Опасный номер! Крошек, может, не надо? Надо, ежик! Сейчас вы ахнете! И... Вот тебе и раз. Так и было задумано, крошек? Нет, это я нечаянно. Вылезай оттуда, крошек! Я не могу. Вот беда. Как же выбраться, брат Прыгунову? Я помогу. Брат Прыгунов идет на помощь брату. Ой. Ага, во. Внимание, братья Прыгуновы прыгают вместе. Аллей! Ай да, братья Прыгуновы, вот это артисты! Ёжик, теперь твоя очередь прыгать. Давай вместе. Браво, малыши! Вот теперь вы и правда настоящие братья. Внимание! Братья Прыгуновы исполняют свой лучший номер. Алле! Оп! Хорошо, когда есть брат. С ним любое дело по плечу. Братья и сестры. У меня есть брат. У меня сестра. И они со мною с ночи до утра. Как так получилось, я не знаю сам. Все теперь мы будем делать вместе. Вот так чудеса. Вместе прыгать, вместе бегать, вместе что-то изучать, вместе бабушкино кресло аккуратно раскачать, поваляться на подушке, за собой убрать игрушки, вместе песенку пропеть. Ведь поверьте, в одиночку это просто не успеть. Если мы заплачем звонко от обиды или так, пожалеет нас сестренка и помажет наш синяк.
Если вдруг нам станет страшно, так случается порой, не волнуйтесь, сразу старший станет брат за нас горой. У меня есть брат, у меня сестра, и они со мною с ночи до утра. Как так получилось, я не знаю сам, все теперь мы будем делать вместе. Вот и чудеса, вот так чудеса, вот так чудеса. Кубик. Здравствуйте, девочки. Добрый вечер. Какие же вы умницы. И зубы почистили, и умылись перед сном. Ага, и игрушки убрали. А теперь... Баюшки. Ой, кубик остался. И куда его теперь? По ночам кубикам тоже нужно спать. Будешь спать со мной. А где же спят кубики? Цветочек спит в горшке. Цыплята спят в гнезде. А киты в воде. Кубики. Так вот, где ты спишь? В коробке. Верно. И если аккуратно сложить кубики, в коробке наверняка и нашему найдется место. Спокойной ночи. Как же хорошо, когда и у малышей, и даже у маленьких кубиков есть свое уютное место для сна. Сон в своей кровати. Пандочка, а ты знаешь, какая кроватка твоя? Ха-ха, конечно! Вот она! У тебя твои игрушки, чтобы весело играть. У тебя твоя одежка, чтобы круглый год гулять. И, конечно, мой малышка, чтобы сладко-сладко спать. У тебя твоя волшебная кровать. Потому что от весны и до весны в ней живут твои цветные чудо-сны. Слишком маленькая. А это большая. Вот теперь в самый раз. Добрых снов. У тебя твоя тарелка, чтоб вкуснее было есть. И еще твоя расческа в нашем доме тоже есть. И, конечно, мой дружочек, чтоб во сне тебе летать. У тебя твоя волшебная кровать. Потому что от весны до весны в ней живут твои цветные чудо-сны.